Всем привет, с вами Тестимюк, с вами продолжать про Minecraft на версии 1.20.4, остановились мы, получается. Я уже, если честно, не помню, на чем мы остановились, так как мы это самое, как это сказать. Ах да, точно, мы с вами, получается, три серии подряд записывали темдвоевые похождения, в общем-то, и поэтому я забыл. Очень я что-то как-то давно не играл в этот, в классический Майнкрафт. Так, вот здесь вот мы берем, получается, яйцо, складываем сюда. Окей, хорошо. Так, здесь у нас житель как есть, так и есть. Окей, здесь, получается, у нас тоже обычный житель сидит. Хорошо. В принципе, отлично. Так, здесь у нас то место, в котором мы, получается, ставили этот камень, как его. Ну да, так оно и есть. В общем-то, да, глубинный сланец все-таки мы сюда оставили. Окей, ладно, хорошо. Так, давайте-ка вот сюда вот. Хорошо, отлично. В общем-то, вот таким вот образом. И да, надо на... А, не, кстати, нам действительно нужен сейчас поводок. Сейчас, погоди. Окей, так. Ну-ка, вот, все, отлично. А, нет, погоди. Вот теперь, нормально, вот теперь. Нет, погоди. Вот, все, хорошо, отлично. Так, в общем, так, здесь курица как и есть, так и находится. Хорошо, ладно, отлично, супер. Здесь у нас все хорошо. Так, либо здесь, либо там, по-моему, на втором этаже. Сейчас мы сюда, естественно, поднимемся. Окей, поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. И вот сюда, все, хорошо. Здесь нету, здесь у нас... Зелье подводного дыхания, оно нам пока что не нужно. Окей, получается сейчас... Нет, вот здесь, по-моему, было. Да, вот здесь, получается, у нас поводки. Давайте-ка возьмем один. Все, хорошо, отлично. Так, вот здесь мы закрываем двери. И вот здесь вот, получается, мы берем поводок. И еще нам понадобится лодка. Сейчас мы, естественно, ее тоже заберем. Окей. Вот, все, хорошо. Ладно, так, давайте-ка... Где? Где у нас лодки? У нас они находятся вроде как вот здесь. Все хорошо. Вот наши лодки. И теперь, получается, давайте-ка возьмем еще с собой этот... кровать. Так, погоди. Дайте пока что поеду с печеный картофель. Все, хорошо? Отлично. Получается, поели, восстановили сейчас, разогенерировали здоровье. В общем-то, так, главное, случайно ничего не поджечь. Окей, ладно. Так, нет, по-моему, я куда-то не туда иду сейчас. Вот сюда вот, хорошо. Вот что сюда, получается, подходим. Окей. Здесь, получается, тоже переходим. Так, все. Отличненько. Здесь у нас что? А, здесь у нас вроде как... Так, нет, не здесь. Окей, ладно. В любом случае, где у нас это все находится? Так, вот кровать, получается, мы сейчас ее заберем. И, скорее всего, надо ее перекрасить для хотя бы какого-нибудь разнообразия. Ладно, все, я думаю, что сейчас мы готовы. Окей, у меня с собой блоки есть, у меня с собой блоки тоже есть. Отлично, получается, сейчас мы забираем с собой блоки и идем в ту сторону. Так, там у нас сейчас этот крипер вывалился, сейчас мы его постараемся так грамотно убить. Так, все, хорошо, у нас это получилось очень хорошо сделать. Сейчас, получается, здесь, да, отлично. Здесь, получается, бежим все дальше и дальше. В общем-то, где-то в той стороне у нас должен находиться этот... как его? Должен находиться... Должна находиться деревня. Сейчас. Надо еще где-то переплыть, насколько я знаю. Вот сейчас вот мы, получается, берем свою лодку и куда-то плывем. Вот, по-моему, сейчас в ту сторону нам надо. Так, река впадает в то море, я просто не знаю... Ну ладно, если что, мы знаем, куда мы идем. Главное сейчас это вот сюда вот подойти. Вот сюда, хорошо. И получается постепенно... Вот здесь давайте-ка как-нибудь как профессионально. Так, все, хорошо. Отлично, сейчас мы плывем в ту сторону. В общем, так, это... Вот это холодный океан, да? Да, по-моему, холодный синего цвета, а теплый такого голубого, бирюзового слегка. Окей, надеюсь, я прав насчет этого. Так, ладно, давайте-ка пока что не будем отвлекаться. Вот где-то в той стороне у нас находится... Да, вот та самая деревня, насколько я понял.
Окей, сейчас нам надо, получается, в эту сторону сейчас прийти. Окей, хорошо. Получается, мы сюда подошли. И, получается, нажимаем на шип для того, чтобы, получается, захватить с собой какого-нибудь жителя. Так, нет, ты бедный, ты бедняк, тебе уйти с собой не получится. Так, вот ты, скорее всего, не знаю. Вот, все хорошо. Так, нет, иди ко мне. Нет, погоди, а если я на shift? Нет, я даже на шифте не могу себя взять на поводок. Вообще, обычно наоборот, но ладно. Придется искать, я так понимаю, жителей без профессии, или вот здесь вот этого компостер убирать. Так, все. Отлично. Так, тебя теперь можно взять на поводок? Я вообще-то на шифте стою. Нет, только не говорите, что мне придется опять мучиться. Блин, еще эти дороги, тропинки. Ладно, постараюсь. Так, давайте-ка возьмем с собой лодку. Окей, получается, постараемся как-нибудь через эту тропинку его перенести. Если у нас вообще это получится. Не знала, что все-таки придется мучиться, ну да ладно. Надеюсь, у нас все-таки хотя бы что-то получится. Так, здесь у нас. Окей, так, давай. Пожалуйста. Почти. Почти, почти, почти. И получается еще чуть-чуть, и нам надо вот этот блок сломать. Очень долго он ломается сейчас. Нет, вот здесь вот еще надо сломать, тогда точно мы сможем выбраться. Но там, правда, еще какие-то зеленые эти... Еще какая-то зеленая трава. Так, нет, еще один блок. Но я думаю, что это точно последний, и тогда я смогу спрыгнуть. Хотя бы спрыгнуть, как минимум, потому что у нас здесь дальше еще куча блоков. Так, нет, у нас, опять же, не получится просто так, как мы хотели. Поэтому придется здесь все-таки один блок ломать. Все хорошо? Нет, вот здесь еще надо блок сломать. Я думаю, что скоро мы у нас точно это получится. Вот, все. Отлично, все. Теперь мы можем нормально отсюда уплыть. Окей, хорошо. А, получается, каким-то вот таким вот образом... Ладно, сейчас, получается, мы идем в ту сторону. В общем-то, вот каким-то вот таким вот образом. Все. Хорошо. В общем-то, мы постепенно приплываем к вот этой вот этой. Мы, естественно, сейчас подплывем к вот этой реке, так. Она здесь находится. Хотя нет, она здесь все-таки находится. Просто я куда-то не туда смотрю. Да, действительно. Ладно, окей. Давайте просто. Так, нет? Нормально, да? Нет, здесь все-таки нет никакого прохода, значит, скорее всего, придется море оплывать. Но мне кажется, что оно что они соединены. Давайте-ка сейчас проверим. Здесь, получается, мы... Вот сюда вот. Хорошо. Получается, вот сюда вот. Отлично. Да, хорошо. Так. Окей. Вот здесь, получается, берем вот сюда. Я думаю, что в скором времени у нас все получится. Окей, ладно. Хорошо. Так, здесь мы уже вроде как были. Да, мы вроде как подплываем к нужному месту. Окей, осталось просто до сюда, естественно, доплыть. Окей, хорошо. Получается, вот сюда вот мы с вами припарковываемся, и где-то рядом уже должно быть это самое. Окей, хорошо. Так, вот сюда вот. Блин, что-то как-то далеко, да и к тому же я не вижу той шляпки, которая у меня от этой. Так, нет, shift. Сейчас усну. Так, вот сюда вот. Да, давай, все, хорошо. Поспал, и сейчас, я думаю, будет безопасно. А, ой, погоди, я же не смогу его это... А тогда как мне сделать так, чтобы он не убежал? Нет! Ну не, ну пожалуйста, ну можешь по-братски не убегать? Да нет, вот это я не подумал. А вот... Погоди, а чё здесь так много песка? А, нет, погоди, у меня просто слабая прорисовка. Ну тогда все хорошо, так, ладно. А, получается... Мы давайте подплывем где-нибудь с той стороны. Вот сюда вот давайте будем плыть. Вот, все, как раз-таки та самая эта. Окей, ладно. Так, давай, получается постепенно. Не, ну мы уже как бы рядом, поэтому все будет вообще очень хорошо.
Окей, ладно, давайте-ка сюда, получается. Окей. В общем-то, здесь мы, получается, сюда подплываем. Либо его как-то приманить изумрудом, либо еще раз что-нибудь сделать так. Я, опять же, ни на shift, ни в прыжке никак не смогу его взять в поводок. Поэтому мне придется его чем-то сюда приманить. За изумрудами он не ходит, насколько я понимаю. Сейчас, погоди, поскольку ты в лодке, тебе будет нормально. Окей, сейчас. Окей, хорошо. Получается. Так, давайте-ка вот сюда вот поставим кровать и обратно точку возрождения сделаем. Это во-первых. А во-вторых, сейчас нам надо сделать так, для того, сделать так, чтобы туда можно было... Погоди, нет, я немножко не туда зашел. Так, давайте-ка вот сюда вот, получается, ломаем потолок и смотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть... Нет, по-моему, они в рудах находятся. Окей, вот в том булыжном сооружении сейчас вот это вот, получается, мы сломаем. Окей, вот сюда, вот сюда. Да, хорошо, получается, сюда вот мы ломаем. И, в общем-то, вот таким каким-то вот сюда вот идем к той стороне. Получается, здесь у нас все-таки есть изумруды. Он по логике должен ходить за изумрудами, но я что-то в этом как-то не уверен. Если что, я на всякий случай посажу его обратно как-нибудь в лодку. Окей. Так, ты будешь за мной бегать? Мне интересно знать. Так, ты будешь ходить за мной? Или ты не совсем за мной ходишь? Не, ну он ходит по какой-то местности. Молодой человек, вы все-таки ходите за изумрудами, да? Они вас настолько притягивают? Нет, кажется, я его не так понял. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, пожалуй. ПЖ, ПЖ, ПЖ. Только не заходи в ад, я тебя прошу. Окей. Не, ну не сказать, что он по этой ходит. Он, скорее всего, приходит к другому жителю. Давай я тебе милосердно, получается, поставлю здесь лодку. И ты... Нет, погоди, стой. Нет, погоди, надо... Чёрт. Чёрт. Убираем отсюда лодку и нафиг. Это са... Блин, извини. Так, мне сейчас придется свои тысячи лет... Ой, бля, ой, блин, 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 блин. Так, если бы он ближе подошел... А, нет, все, он вроде как легко это будет сделать. Нет? Нет, это будет нифига не легко сделать. Тогда здесь, давай. Не получится. Не, ну вот сюда вот, все, хорошо, да? Получилось, да? Ну все, отлично, получилось. Давай. Получается, сейчас мы будем долго его водить до этого места. В общем-то, сейчас мы, скорее всего, постараемся как-нибудь его здесь запереть. С этим жителем. Окей. Получается, на их стороне мы поставим забором. Блин, здесь одна проблемка. Если у меня каким-то образом... Так, нет. Здесь придется блоки разламывать. Так, это будет очень долго, потому что у меня нет топора. Но я думаю, что это не проблема. Так, сейчас быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее. Блин, слишком долго. Нет, мне нужен топор. Ну все, я уже не успею. Ну все, у меня уже... А, нет, погоди, у меня есть топор сейчас. Получается, да. Да-да-да-да-да, быстрее. Быстрее получается. Ура, хорошо. Получается, сейчас мы... Окей. Shift. Все, вроде как нормально. Сейчас мы закроем здесь. Так, хорошо. Получается, вот как-то здесь, вот так вот. Нормально, да? Да, нормально, еще как нормально. Только у него почему-то эта профессия осталась, а ты кожаник, да? То есть тебе нужен котел. Сейчас, погоди. Вот здесь у нас, получается, мы начали их обустраивать. Ах, да, нам же еще нужно кучу дерева добыть. Сейчас, погодите-ка. И нам еще хлеб нужен. Но я думаю, что, судя по всему, у нас хлеб в дефиците. Поэтому это не проблема. Так, ладно, давайте-ка добывать вот здесь вот... получается, березу.
ломаем, рушим. Получается вот каким-то таким образом. Окей, хорошо. Вот здесь, получается здесь, вот так вот, потом здесь. Нам, скорее всего, придется стак добыть. Так, если из 4, то получается, скорее всего, 16 нам понадобится. Получается, стак и 16. Да, я думаю, что я все правильно понял. Ладно. А, нет, погоди, нам наоборот надо 16 досок. Да, 16 досок, а 16 досок, они делаются из... Раз, два, три, четыре бревна, получается, как-то так. Давайте-ка их сразу, получается, сделаем из 4 бревен вот это вот. Так, если я... Ну да, вроде как нормально. А, нет, погоди, нам же нужно 2 стака. Все-таки, значит, ладно, просто сейчас добуду кучу березы. Окей, все хорошо. Добываем. И все, отлично. Так, давайте. Вот здесь, получается, тоже ломаем березу. Рубим березу. Вообще-то здесь вот мы... Нам надо все дорубить. Окей, хорошо. Получается, здесь вот мы... Вот сюда вот. Отличненько. Здесь, получается, березу мы все время рубим и рубим. Окей, ладно, хорошо. Здесь мы, получается, идем за березой. Окей. Так, получается, сейчас вот здесь. Так, хорошо. Ага, отлично. В общем-то, вот как-то... Так, ага, все, хорошо. Вот здесь, получается, вот это вот тоже. И вот это вот. Все, отлично, да, хорошо. И вот здесь вот тоже, получается, рубим березу. Нам все-таки, скорее всего, понадобится 16 бревен. Так, нет, погоди. Или нет, 8 бревен. Нет, я пока что еще не знаю. Нам нужно 2 таких стака. Поэтому давайте просто сейчас выставим 9 березы. Так, окей. Да, у нас почти 2 стака. Сейчас осталось еще немного сделать. Так, все, хорошо. Да, у нас теперь 2 стака. Теперь осталось только добыть стак березы. Мы, естественно, этим как раз-таки и занимаемся. В общем-то, вот как-то так. Все, хорошо. Окей. Здесь, получается, тоже ломаем. Рубим. Береза, получается, у нас уже есть. Окей. 47. Хорошо. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, хорошо. Эту березу мы срубили. И у нас... Осталось еще 10 таких вот бревен нарубить. Так, раз, два, три, четыре, пять. Надо еще такое дерево найти, для того, чтобы было в меру. Так, сейчас где-то здесь, да? Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, я не люблю недорубленные деревья. Окей. Вот здесь вот, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, 4, 5, все хорошо. Да, у нас ровно стак. Сейчас мы создаем ровно вот столько, получается. Этих так, нет, нормально, да? Сейчас нет, надо еще поесть слегка. Едим. Вот здесь. И вот здесь, все хорошо. Бежим в ту сторону. Так, саженцы березы мы, естественно, с вами забираем. Окей, ладно. В принципе, нормально. Сейчас главное из этого всего сделать кучу заборов. Здесь, сюда. Подбегаем вот сюда, после чего сюда. Закрываемся, и здесь нам надо создать вот так. И получается как-то так. Все хорошо. У нас целых 3 стака заборов. И еще нам нужно добыть кучу земли. Я думаю, что... И с этим у нас не будет проблем, да и к тому же есть куча мест там, где как раз-таки нам не нужно видеть эту землю. Землю. Окей, здесь у нас... здесь у нас ее нет, здесь я уже проверял. Окей, тогда все-таки придется это самое... ее добывать. Окей, здесь меняем на компрессор, все, отлично. Получается, здесь мы ставим... Вот сейчас. Нет, я буду просто сейчас зажимать. Окей, ладно. Вот все, наконец-то мы смогли уснуть. В общем-то, да. Окей, хорошо. Сейчас, получается, будем вот сюда вот закрывать. Здесь, и здесь у нас
Нет, ну так, вот это мы будем, если что, добывать. Так, получается, здесь вот мы это все добываем. Окей, хорошо. Кости вот сюда, получается, складываем. Лук можно вот сюда сложить. Стрелы уже 53 стрелы. В принципе, неплохо. Окей, ладно, хорошо. Здесь получается, так, 64, 64. Нормально. Ладно. Там мы, если что, дома достроим. Нам надо еще кучу дуб добыть. А, кстати, мы же можем здесь как раз-таки начать добывать. Сейчас у меня были там, получается, земля, да? Так, нет, у меня было совсем нет. А сейчас вот здесь вот у нас, получается, находится куча лопат. Сейчас мы, естественно, их будем использовать. Да, хорошо. Окей, нам еще нужно куча топоров для того, чтобы добыть кучу вот этого всего. Так, не, лопат... Да, вроде бы нормально. Все хорошо, так давайте-ка булыжник мы сложим весь сюда. И, в общем-то, здесь вот в руды, скорее всего, положим эндезит. И вот здесь, получается, складываем три лопаты. И получаем вот это вот. Получается, три лопаты и три топора. В принципе, хорошо. Здесь у нас нам надо еще в будущем доработать кучери. Надо еще посмотреть, сколько профессий у жителей. Тогда можно так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, скорее всего, 16. Хотя нет, не 16. Я, конечно, могу посчитать, но я пока что этого не хочу делать. Давайте пока что просто сейчас добывать землю. Окей, хорошо. Ладно. Так, нет, погоди, немножко не то сделал. Сейчас главное смотреть за количеством земли. Так, нет, погоди, не сюда, хорошо. Ладно, вот здесь получается мы добываем. Нам в будущем здесь придется все равно место освободить для того, чтобы поставить больше домов. Именно поэтому мы это и делаем. Так, сейчас вот здесь, так, нет, немножко не то. Вот все хорошо. Здесь нам надо поставить больше земли, как раз таки для того, чтобы обустроить здесь забор и нормальный проход. Так, давайте-ка пока что будем ставить эту землю сюда. Да, хорошо. Получается, здесь у нас будет что-то типа такой своеобразной тропинки можно сделать. Окей, хорошо. Окей, ладно. Здесь, получается, тоже ставим. Хорошо. Здесь у нас уже есть место для этого. Окей, здесь мы будем, получается, обвивать вот такой вот забор делать. Хорошо. Жители не могут... Погоди. А жители могут переступить через этот? Не, ну, в принципе, можно сделать что-то типа своеобразное этой. Но тогда придется каким-то образом отсюда убираться. Не, мне кажется, что жители не могут переступить через коврик. А они могут переступить только на этом самое... Окей, ладно. Так, здесь, получается, делаем своеобразную тропинку. Окей, хорошо. Так, давайте-ка все-таки щит из левой руки мы уберем. И, получается, будем делать вот такую тропинку. Хорошо. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Хорошо. Тропинку мы, получается, создаем. Окей, хорошо. Если что, мы с вами делаем этот самый... Как его? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот сюда вот. Хорошо, отлично. Здесь надо еще побольше, получается, это место освободить, потому что здесь нам потом еще в будущем понадобится еще больше домов разместить. Окей, в принципе, пока что давайте-ка пойдем за дубом, будем дуб добывать. Березу мы уже в достаточном количестве добыли. Так, вот здесь вот можно, надо дуб дорубить. А то что-то как-то получилось. Так, вот сюда вот получается делаем так. Окей, вот здесь получается. Хорошо, отлично. Так, здесь, здесь, здесь. Все хорошо. И вот здесь все, отлично. Окей, ладно, здесь. Здесь получается ломаем, все хорошо. Здесь мы дерево добываем. Так, вот здесь вот. Все хорошо. Отлично. Здесь, получается, ставим землю. Здесь мы ломаем. Скорее всего, здесь есть еще какие-то эти.
Но я пока что не хочу задаваться этим вопросом. Ладно. Просто пока что сейчас будем добывать дерево. Все, хорошо. Отлично. Здесь, получается, дуб добыли. Надо, скорее всего, сделать ферму, как в этом темно-дубовых похождениях. Всяких деревьев, но, скорее всего, не самого темного дуба, а вот этих вот... как его? Получается... дубов, да. Здесь, получается, мы... маем, хорошо, отлично. Здесь получается тоже. Нам надо очень много бревен добыть, а и особенности досок. Окей, хорошо. Получается сейчас вот здесь, здесь, здесь и вот здесь. Все, отлично, так, 31. Да, мы очень долго будем добывать, потому что нам нужно очень огромное количество. Хорошо, да, отлично. Вот здесь, получается здесь тоже. Окей, сейчас мы, естественно, с вами 42, да, хорошо, 44, 45, 46, 47, отлично, получается, здесь мы тоже добываем дуб, он у нас здесь в более огромных количествах, чем береза, для березы мы, естественно, тоже сделаем своеобразную ферму. Окей, сейчас главное это вот так вот сейчас добыть дуб. И надо еще куда-то временно сложить этот, как его, ах да, точно, надо временно сложить, получается, все вещи, которые у меня находятся сейчас здесь. Мы этим, естественно, сейчас будем заниматься. Ладно, здесь получается, хорошо. Так, здесь у нас, получается, выпал этот. Так, отлично, его можно одним ударом сетовать. Так, нет. Погоди, я что-то не то сделал. Давайте-ка рельсы, я не знаю, зачем мне. Перья нужно, 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 нужно. Нужно, 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 нужно. Понятно, видимо, не судьба. Хотя нет, погоди, можно же, по сути, порох сюда положить. Сейчас отсюда забираем кость. Сюда тоже склады. Воем. И, получается, здесь делаем то же самое с стрелами. Окей, хорошо, у нас это все получилось сейчас. Вот все, хорошо. Получается, здесь вот мы складываем. Куда? Окей. Где? Вот, все, отлично, стрелы есть. Все, отлично, сейчас мы будем вот сюда, получается. Ставим. Все хорошо? Здесь, здесь нету, здесь нет. Так, ну меч с алмазы, скорее всего, лучше положить сюда. Так, здесь щит надо еще положить, так, кирку. Больше мне здесь из этого вряд ли что-либо нужно. Так, можно, в принципе, верстак куда? А, нет, погоди, у нас, по-моему, хлам на втором этаже в обычном доме. Так, здесь у нас просто пшеница находится. Вот здесь вот у нас... Ага, отлично. Получается, здесь у нас 40 пшеницы. Ладно. Получается. Яблоко у нас здесь не поместится. Яблоко можно сюда пока что положить. Окей. Вот сюда вот получается. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все хорошо. Отлично. Нет, давайте-ка лучше сделаем по-другому. Сейчас, так, все, вроде как нормально. Лопата мне пока что больше не понадобится. Вот сейчас вот делаем так. И получается, вот сюда вот на второй этаж мы поднимаемся. Все хорошо. Получается, вот сюда вот. И вот сюда. Отлично. Здесь у нас ничего вроде как нету. Запеченный картофель. Так, здесь у нас еще пшеница находится, если что. Так, здесь листва. Получается, уголь. Давайте-ка сюда. Правда, его нужно, скорее всего, в этот сложить. Ладно, так, гравий, камень. И получается, это все. Так, вот сюда, получается, складываем поводок. Землю пока что не будем складывать. Сырая курица, не знаю. Ну, в общем-то, я думаю, что уже все достаточно, да? Так, вроде как нормально. Сейчас главное, получается, возвращаемся назад. И сейчас мы будем, так, некоторые предметы переносить туда, потому что им более своеобразная анатомия. Сейчас мы сюда вот убьем одного зомби. Так, получается, выбив с него гнилую плоть.
Окей, хорошо. Получается, здесь мы где? Так, вот сюда вот можно уже, в принципе, изумруд сложить. Так, нет, погоди, карту клада мы берем обратно. Уголь, гравий, камень. Все, хорошо. В принципе, отлично. Так, сейчас нам главное вернуться домой. Я думаю, что сейчас мы, типа, наконец-то можем поспать. Все хорошо, отлично. Получается, ложимся спать. Окей, ладно, хорошо. Сейчас главное вот сюда, вот сюда, вот сюда. Закрываем и, получается, делаем вот таким вот образом. Здесь вот карту клада складываем сюда. Хорошо. Отличненько. Хорошо, хорошо, хорошо. В общем-то, здесь у нас делаем так. Окей. Здесь вот нет. Вот здесь вот надо сломать. В общем-то, здесь сейчас мы будем здесь рубить деревья. Так, вот здесь вот мы берем. Так, нам опять же надо 5 стаков для того, чтобы из одного стака бревен сделать 4 стака досок. И получается у нас будет 4 стака бревен и досок. Все, хорошо. Отлично. Хороший план. Так, сейчас надо листу сюда, вот получается саженец положить сюда. Окей, ладно. Это уже радует. Сейчас главное, вот так вот получается добываем дерево. Так, вот здесь вот большое дерево мы тоже будем ломать. Так, давай, вроде как уже хорошо срублено, так, да, отлично, вот сюда, отличненько. Так, вот сюда, получается, и вот здесь, вот так. Нет, давайте-ка все-таки вот сюда вот сложим, вот сюда, отличненько. И вот здесь вот мы делаем то же самое. Нам как раз-таки надо вырубить вот здесь вот все расстояние, потому что это выглядит... Будет выглядеть довольно хорошо, так. Здесь получается тоже рубим дерево. И здесь вот делаем то же самое. Окей. Так. Ладно, в принципе, здесь куча дуба. Здесь находится. Нам надо его вырубить. Да. В хорошем случае. Кстати, можно же сюда потом сходить сейчас. Нет, не потом, а сейчас. Здесь у нас вроде как мангры. А вот здесь у нас уже... Дуб, да? Здесь получается дуб мы срубаем. Так, как бы тебя до тебя достать? Нормально, да? Нет, погоди, это надо еще больше. Получается, бревен поставить. Так, нет, это еще не все. Вот сейчас тут вот, я думаю, что будет достаточно. Хорошо, здесь. И, в общем-то, делаем то же самое с верхними частями. Окей. Нам сейчас нужно это большое бревно. Так. Так, вот, все, наконец-то. Вот это вот большое дерево нам надо срубить. Вот здесь вот. Хорошо. Листва. Листва, листва. Бревно. И еще раз. Листва. Ой. Да, листва, а потом бревно. Все. Сюда. И вот сюда. Да? Ну ладно. Так. Не, вроде как все, ничего нет. Все, хорошо. Осталось все это бревно только сейчас подобрать. Хорошо. Вот сюда. Отлично. Так. Нет, не сюда. Вот это вот, получается, саженец забираем. Вот здесь вот, здесь еще есть береза. Ладно. О, вот здесь вот можно, получается, посрубить этот. Дуб. Вообще-то сейчас вот здесь получается рубим для того, чтобы место здесь тоже освободить. Все, хорошо. Будем в будущем мы березу добывать. Здесь получается так хорошо получилось. Здесь тоже рубим. Два, три. И здесь тоже. Да, вроде как. Ура, отлично. И ура. Нет, вот сюда. Да, вот сюда. Вот это вот начинаем рубить. И отлично. Здесь вот тоже надо срубить. Окей. Так, ладно. Хорошо, хорошо. Здесь, получается, тоже начинаем, продолжаем рубить. Все хорошо. Здесь, здесь. И вот здесь. Отлично. Так, вот здесь вот осталось только срубить.
Не, ну нет, ну вообще не осталось. Сейчас вот сюда вот, опять вот сюда вот получается склады. Все, хорошо. Окей, ладно. Здесь у нас получается 12 мы берем. И сейчас вот сюда. И получается вот здесь вот надо срубить. Окей, хорошо. Здесь собираем яблоко. Вообще-то давайте-ка вот сюда вот получается складываем его. Так, нет, немножко не так все. Хорошо, получается, здесь вот мы тоже срубаем. А, так. А, нет, вот этот топор же еще надо сынуть, насколько я понял. Здесь, получается, тоже можно дорубить. Так, вот здесь вот у нас есть этот. Вот здесь вот еще есть. Давайте-ка тоже срубим. А, попо. Вот здесь по-по-по. Так, все. Хорошо. О, да. Отлично, получилось. Так, все, теперь получается раз, два стака и 26 дубовых бревен. Хорошо, осталось, получается, вот этот вот стак добрать, получается еще два стака. Ну, уже вроде как немного осталось, насколько я понимаю. Ладно, давайте-ка просто сейчас это будем рубить. Да, отлично, нет, да. Да, хорошо, да, хорошо. Вот здесь, получается, тоже. Здесь. И вот здесь. Все, хорошо. Получается, вот все отлично получилось. Здесь мы собираем еще дерево. Так, нет, давайте-ка все-таки этот топор доломаем. И теперь можем со спокойной душой пользоваться тем топором. Окей. Здесь. Все, отлично. Теперь мы можем наконец-то пользоваться этим топором. Все. Больше у меня потрескавшихся топоров нету. Все, хорошо. Здесь мы добывали. Здесь вот тоже начинаем добывать. Все хорошо. И теперь получается здесь тоже рубим. Хорошо. И здесь, и вот здесь. Да, 56. И вот здесь вот тоже. Вот туда. И вот это вот. Все. Так, отлично. Три стака. Да, три. Три стака, три. Да, еще чуть-чуть надо быть. Все, осталось, получается, два стака добыть, и тогда уже будет все готово. Так, окей, в принципе, можно уже переделать это в 4 стака дубовых досок. Давайте-ка сделаем даже так. Можно. В принципе, почему бы и нет? Так, получается, нет. Да. Да, получается 7, да? 8, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Здесь получается, где у нас? Да, все нормально. Так, нет, не туда. Вот сюда, получается, идем. Надо еще посмотреть, как это отсюда выглядит. А, здесь у нас идем все дальше и дальше. Пу-пу-пу, вот здесь все. Отлично. Так, сейчас надо поесть печеный картофель для того, чтобы можно было заново продолжить бегать. А, так, хорошо. Так, здесь у нас куча саженцев, которых мы сейчас будем подбирать. Все хорошо, мы подобрали эти саженцы. Здесь это уже почти выглядит чисто. Вот здесь вот еще я срубил. Так, вот здесь не нарублено. Окей. Здесь. И здесь. Все, хорошо. Здесь еще надо. Здесь. И все, отлично. Можно уже считать то, что здесь уже почти все очищено. Поэтому можно где-нибудь в другом месте, там, где этих дубов больше находится. Но, в принципе, я готов бы и здесь понаходиться. Ладно. Сейчас вот здесь вот мы... вот все. Хорошо. Да, отлично. Так, вот здесь хорошо, отлично. Вот здесь вот тоже срубаем, потому что оно находится за той, которую мы уже срубили. За тем дубом, которым мы уже срубили. И сейчас нам осталось всего немного. Ну, почти еще получается третий стак дополнить. И еще четвертый. Да, я думаю, что теперь у меня все будет нормально. Ладно. Здесь получается ломаем, после чего рубим. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Все. Хорошо. Отлично. Ага, хорошо. Все. Отлично. Вот это. Получается, все. Да, хорошо. Отлично. Здесь мы срубили все это. Здесь,
Здесь надо еще саженцы собрать. Все, я думаю, что здесь уже все нормально, да? Да, все нормально. Ладно, вот здесь вот тоже получается. Продолжаем рубить. Хорошо. Здесь рубим. Вот сюда вот. Отлично. Мы вроде как уже все почти сделали. Не, ну, я еще даже предпоследний саг не заполнил. Ладно, в принципе, и так нормально. Да, надеюсь, что это в скором времени закончится. Сейчас главное не отставать от дела. Сейчас уже 48. Осталось еще где? Так, вот сейчас осталось где-то 14 и еще стак. Окей, хорошо. Сейчас скоро уже надо будет лечь спать, потому что уже я вижу, что темнеет. Получается, здесь у нас все дорублено. Вот здесь вот мы, получается, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Отлично. Здесь у нас все нормально, да? Вот здесь и вот здесь все хорошо. Да, отлично. Ну, я думаю, что сейчас уже можно. Да, отлично. Я сейчас на 100% уверен, что уже можно заснуть. Окей. Бежим, получается, в ту сторону. Отлично. Получается здесь вот так. Вот сюда, получается, мы... Окей, хорошо. В общем, сейчас мы встанем с кровати. А здесь, надеюсь, у нас никого не завелось, пока мы тут находились. Так, там, по-моему, никого. Ладно, хорошо. Так уж и быть, у нас все вроде нормально. Так, они смотрят друг на друга. Ладно, пусть смотрят. Сейчас главное уже дробить последний стак, и дело будет, получается, за нами. Сейчас все хорошо. Поели, теперь мы можем заново бегать. Получается, бежим к тому месту, в котором у нас раньше все находилось. Хорош. Так, отлично. Здесь мы обязательно все подбираем. У нас здесь где-то уже почти стак. Так, нет, у нас 21 саженец. Ладно, в принципе, нормально. Сюда, сюда, сюда. Хорошо. Вот здесь, вот здесь. Так, вот здесь тоже. Да, хорошо. И здесь саженец тоже ставим. Так, здесь мы, по-моему... А где мы нарубали... Так, вот здесь, получается, у нас тоже листва. Мы ее обязательно сложим. Так, вот здесь, вот, в принципе, можно уже продолжить. Так, вот это мы, получается, меняем. Все хорошо. Здесь, вот здесь меняем. Да, отлично. Здесь. Так, нет, все нормально. Ладно. Здесь у нас... Мы здесь вот так идем сюда. И вот сюда. Все хорошо. Отлично. Я думаю, что у нас хватит. Да, у нас еще есть один топор. В принципе, все у нас хватает. И здесь у нас... Здесь мы тоже все рубим. И у нас уже 18 дубовых бревен. Надо еще добыть... Окей. 20. Получается, нам осталось... Так, 21. 40. Так, нет, 30. 40. 44. Да, 43 нам осталось, потому что у нас 21. Окей, ладно. Сейчас главное... Так, так, здесь вроде бы ничего больше не валяется. Так, отлично. Вот сюда, получается, мы ломаем. Окей, хорошо. Вот здесь, получается, берёзы мы срубили. Здесь у нас вроде как больше ничего нет. Я не знаю, почему оно не упадает. Так... Здесь вот тоже... О, вот здесь, по-моему, дерево в большом дефиците. В общем-то, ладно. Здесь, получается, тоже ломаем. А, да, где-то 32 штуки еще осталось добыть. И думаю, что все будет довольно хорошо у нас теперь. Здесь... Так, нет, все. Осталось, получается, она лопата. Ой, в том смысле топор. Получается, им сейчас мы... Дорубим вот это, так, вот это, получается, тоже продолжим рубить. Окей, хорошо, вот здесь, получается, рубим. Вот здесь вот последний блок, я думаю, так. Вот здесь хорошо, хорошо, хорошо. Здесь довольно много дерева, так, ладно, нет, я не буду на него обращать внимание, если что.
потому что там очень много этого дерева. Я лучше дроблю вот здесь вот немного. Да, хорошо, 54. Здесь получается тоже рубим, да, хорошо. Здесь получается, ура, отлично, у нас еще чуть-чуть, у нас уже 59, и скоро будет 64, в том смысле. 63 и, наконец, 64, окей. О, да, наконец, у меня, получается, есть 4 стака двух бревен и 4 стака двух досок. Получается, сейчас мы продолжим строить вот эти вот дома рядом со своей базой. Окей, так, получается, здесь вот мы отставляем здесь. И получается, каждые три блока вот сюда вот мы ставим через каждые два блока, да? Да, все, хорошо. Получается, здесь опять через каждые три блока. И здесь вот как-то так. Хорошо, получается, вот сюда вот через три блока, через три блока. Так, нет, погоди. Вот здесь, вот здесь. Так, все-таки надо еще слегка докопать. Ладно, в принципе, мы этим обязательно сейчас будем заниматься. Здесь, получается, копаем. Отлично. Хорошо. Все. Отлично. Да. Супер. Здесь у нас через два блока. Получается, здесь нам надо через три блока. Хорошо. Хорошо. Получается, я думаю, что сколько? Нормально? Раз, два. Раз. Все, нормально. Окей, здесь получается делаем вот такую дорожку. Здесь нам надо тоже будет все сделать. Так, ладно. Здесь получается, здесь ставим три блока. Здесь, а нет, погоди, здесь мы ничего не ставим. Здесь получается мы, так, давайте убираем отсюда доски. Так, получается, что ж. Так, вот все, хорошо. Отличненько. Здесь получается тоже все ставим. Окей, хорошо. Получается каждый раз, когда будут начинаться вот эти вот штуки, мы будем вот здесь вот ставить доски. Хорошо, отличненько. Так, нет. А, нет, все нормально, да. Нам это, естественно, в будущем понадобится делать. Все, хорошо. Отлично. Заготовки уже готовы, в принципе. Здесь нам с этой стороны тоже надо сделать. Так, нет, погоди, опять я не стоп поставила. Так, вот здесь, получается, делаем так. Окей, хорошо. Здесь мы рубим. Все, хорошо, отлично. Получается, здесь вот делаем вот так. Так, нет. Немножко не так. Вот здесь срубим. Все, хорошо. Раз, два, три. Так, нет. Здесь уже через два блока это надо делать. Так, все хорошо. В общем, в целом. Вот здесь вот надо еще забор поставить. Но этим мы еще этим. Мы это, короче, уже тоже сделаем. Так я не смог проговорить-то. Ладно. Вот сейчас вот мы. Это самое. А, вот здесь вот надо почти впритык к этой штуке. Штуковине. Здесь, сюда. Получается как-то так. Да, опять же, надо здесь вот все доработать. Вот здесь вот надо. Так, нет, погоди. Опять немножко не то сделал. Так, в общем-то, вот здесь. И, в общем-то, делаем то же самое уже с другой стороной. Вот здесь, получается, все. Отлично. Это перестал. Так, вот здесь. А, нет, погоди, не сюда. Опять же, все это ломаем отсюда. Все. Теперь получается. И вот здесь вот делаем то же самое. Раз, два, три. Раз, два. Нет, погоди, стой! И как мне теперь выбраться, но при этом без всякого геморроя? Я вообще-то хочу здесь просто выбраться. Все нормально. Не надо. Да блин, хватит черный экран появляться. Все, наконец-то. Так, получается сейчас. Нет, не получилось. Вот сейчас вот точно получится. Без всякого геморроя очень-очень быстро. Так, вот сейчас вот точно получится. Так, нет, давайте-ка как-нибудь сюда вот. Нет, я просто сейчас буду ставить здесь кучу земли. Ну, вот сейчас вот точно буду ставить кучу земли, и тогда выберусь. Да, отлично. Все, теперь получается, мы возвращаемся. И здесь мы ломаем все нафиг. Вот, все, хорошо. Отлично. Здесь у нас заготовки будущие наши готовы. Окей, в принципе, ладно. Давайте-ка я даже еще слегка дострою. Раз, два, три.
Раз, два, три. Получается, раз, два, три. Раз, два, три. Все, хорошо. Здесь получается то же самое делаем с другой стороны. Раз, два, три. Нет, не то. Вот сейчас вот точно. Все хорошо, отлично. Мы это все убрали. И получается раз, два, три. Раз, два, три. И получается это делаем с соседними домами. То же самое. Окей. Хорошо. В общем-то, как-то так. Вот с соседними домами я опять же повторяюсь. Надо это сделать то же самое. Ладно, что ж. Думаю, что этим мы займемся уже в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами Тестинок. Всем пока.